Накануне утром в 9:30 в Нижнем Тагиле на Гальянке на Черноисточинском шоссе в районе Глобуса автопилотка на темной Ладе и на приличной скорости неудачно вылетела с кольца и врезалась в столб. Очевидцы утверждали, что скорую никто не вызывал, следовательно, обошлось без травм. И пассажир, и девушка были в шоке, утверждала одна из нечаянных свидетельниц ДТП. Она даже предположила, что автоледи якобы была не совсем трезва. А может, ей это только показалось. Факт в том, что легковушку после аварии увезли на эвакуаторе. А в комментариях народ поначалу долго дискутировал на тему, что лучше для женщин – кипятить молоко на кухне или же сидеть за баранкой. Комментаторы вдрызг разругались и лишь после этого благоразумно вспомнили, с чего все началось. Знающий человек уточнил, что автопилотка на Ладе якобы с внутреннего ряда на кольцевом перекрестке на всех парах ломанула на выезд, но ей помешал Ниссан, и она втюхалась в столб. И тут же этот мужчина добавил, дескать, у них в Тагиле все так ездят.